Как подобрать стрижку по форме лица мужчине? Как известно, фортуна – дама довольно капризная, поэтому слепо рассчитывать на удачу в делах как минимум глупо. Чтобы мужчине пользоваться успехом у противоположного пола, добиваться желаемых результатов в бизнесе, с блеском проводить переговоры. Да и вообще, вызывать у окружающих позитивные эмоции, нужно тщательно продумывать свой внешний вид и в первую очередь стрижку по форме лица. Доказано, что ухоженная шевелюра составляет примерно половину образа всей вашей внешности, поэтому уже давно никого не удивляют мужчины, пристально следящие за собой. Ультрамодные стрижки и укладки, прокрашенные пряди и выбритые рисунки на голове – этим в нашем современном мире уже никого не удивишь. Главное – правильно подобрать себе образ, чтобы и чувствовать себя максимально комфортно и радовать взгляд окружающих. Хорошо, конечно, если вы нашли для себя опытного мастера-парикмахера или можете воспользоваться услугами хорошего стилиста из модного салона. А что делать тому большинству мужчин, которые посещают обычные парикмахерские, но при этом хотят выглядеть модно и хорошо? Ответ прост: научитесь сами подбирать для себя стрижку, и главным параметром при этом должна стать форма вашего лица. Стрижка для мужского лица овальной формы, мода 2021-2022 года. Стрижка для мужского лица овальной формы, его счастливые обладатели могут себе позволить любую стрижку, это как раз тот случай, когда под лицо все к лицу. Стрижка для мужского лица округлой формы, мода 2021-2022 года. Стрижка для мужского лица сердцевидной формы, мода 2021-2022 года, фото стрижка для мужского лица сердцевидной формы. Лучше избегать ультрамодных рваных стрижек, делайте челку или зачес. А если у вас длинные волосы, то ни в коем случае не собирайте их в высокие пучки. Советы по выбору стрижки по форме лица мужчинам. Никогда не расстраивайтесь, если, кардинально изменив имидж, вы сами себе почему-то не понравились. Волосы имеют свойство очень быстро отрастать. Перед новой прической посоветуйтесь с людьми, мнению которых вы доверяете. Ведь со стороны обычно виднее, что вам будет более к лицу. Постарайтесь визуализировать свою будущую прическу. Если воображения недостаточно, то в интернете можно найти массу приложений, которые помогут вам смоделировать ваш будущий образ. Проконсультируйтесь с опытным мастером, парикмахером или стилистом, которые всегда смогут дать квалифицированный совет по поводу вашей стрижки. Мужские короткие стрижки, которые будут на пике популярности в 2021-2022 году, фото. Перед началом нового модного сезона всегда хочется узнать, какие же стрижки будут на пике популярности. Мужественные короткие стрижки. Сразу же можем успокоить мужчин-консерваторов, в 2021 год и 2022 лидерские позиции в рейтинге модных мужских стрижек продолжают удерживать. Классические короткие стрижки. Их, конечно же, нужно регулярно поддерживать, но зато и ухода они требуют минимального. Полубокс и бокс. Максимальная длина волос на макушке, до 3 см. Очень универсальная прическа, которую можно и гладко уложить под официальный стиль, и взъерошить для легкомысленного мальчишеского образа. Старый добрый ежик. При грамотном исполнении данная стрижка становится просто хитом сезона. По мнению специалистов, мужчины с ежиком выглядят максимально мужественно. Канатка. Звучит оригинально, а по сути является удлиненной и модифицированной версией бокса. Отличается возможностью выполнения различного вида укладок, позволяя ежедневно моделировать другой образ. Популярна в молодежной среде. Пробор на короткой стрижке. Такая прическа снова убеждает нас в том, что все новое – это хорошо забытое старое, в данном случае примерно 60-е годы прошлого века. Чтобы выглядеть стильно при такой стрижке, нужно много времени и сил уделять укладке и уходу за челкой, на что далеко не все мужчины готовы. Мужские стрижки на средние волосы, которые будут на пике популярности в 2021-2022 году, фото. Волосы средней длины, модно, но довольно хлопотно. Если вы готовы уделять ежедневно хотя бы полчаса на уход за своими волосами, то можно задуматься о прическе со средней длиной. В тренде Hitler Jugend Undercut Pompadour в стиле Элвиса Пресли Квиффа Фикари. При выборе стрижки в 2021-2022 году не забывайте учитывать форму вашего лица, о которой шла речь в начале статьи.